Приветствую всех поклонников авиации, с вами Flofire. Сегодня я рассмотрю B6N2. Этот самолет представлен в трех модификациях, но отличия между ними минимальные. Я выбрал последний из этой серии, а именно модель 12КО, которая оборудована крупнокалиберным пулеметом, имеет другой двигатель и расположена на боевом рейтинге 2.3. Фактически это и есть все отличия между модификациями, потому что по УТХ особых различий нет. Так что можно считать, что я рассказываю сразу про три самолета одновременно. И начнем мы с морских сражений. Все же это как-никак торпедоносец. Из подвесного вооружения выделяются мощные торпеды Type 91. Они представлены в двух модификациях и отличаются друг от друга количеством взрывчатки и максимальной скоростью сброса. Обе торпеды имеют дистанцию хода до 2 км, что не так много для авиационных торпед, но все это компенсируется огромным уроном по кораблю и возможностью скинуть торпеду на большой скорости. Ограничение доходит до 556 км в час, и это очень достойный результат. Участвуя в морских сражениях, нашим основным противником станут баржи, потому что для торпедирования желательно выбирать медленную и неповоротливую цель. Катерам пускать торпеды бессмысленно, они в любой момент могут поменять курс, а к эсминцам не всегда получается подобраться. Поэтому баржа является идеальной целью. Но в любом случае, торпедоносец под таким плотным огнем зениток долго не живет. Даже если просчитать траекторию и скинуть торпеду заранее за 1,5 км до цели, все равно вас достанет корабельное ПВО. Тем более одна торпеда дает только один фраг, а долгий полет к аэродрому и обратно вряд ли заставит вас повторить данную атаку. Так что попробуем самолет в другом режиме, в режиме совместных боев. Для танкистов у нас есть несколько хороших подарков в виде бомб различных калибров. Оптимальным выбором станут 6 бомб по 60 кг, и их можно сбрасывать по одной. К тому же B6N2 есть штурман, который отвечает за бомбовый прицел, поэтому мелкашки можно сбрасывать прямо на крышу башни вражескому танку. По урону можете не беспокоиться, взрывчатки тут хватает, чтобы взорвать любую наземную технику своего БР и даже выше. Главное попадать именно в танк, потому что сплэш небольшой и даже незначительный промах может привести к банальному попаданию. В среднем в танковых РБ за вылет мне удалось реализовать 3 фрага. Это может показаться мало, но для японского штурмовика это отличный результат. Тем более, это еще не предел. При точном бомбометании можно добиться и 6 фрагов за вылет. Важно атаковать неподвижные цели. А для того, чтобы не подорваться на своих же бомбах, бомбовый взрыватель выставляйте на полсекунды. Этого достаточно, чтобы улететь и уничтожить танк. Самая главная угроза в реалистичных боях – это воздушный респаун для всех самолетов. Я неспроста не стал затрагивать авиационный режим, потому что там нам делать нечего. Курсового вооружения у B6N1 нет, поэтому полагаться приходится лишь на стрелков и хорошую маневренность. Единственное только то, что крупнокалиберный пулемет имеет рандомный урон, да и углы обстрела не позволяют нам эффективно отбиться от преследования, поэтому лучшего результата можно добиться только в симуляторных боях. Во-первых, тут авиация стартует с аэродрома, а значит нам не придется постоянно оглядываться в ожидании соколиного удара. Во-вторых, истребителей тут гораздо меньше, чем в РБ. Ну и третий весомый аргумент – это полное управление и ограниченный вид из кабины. В СБ самолеты со стрелком всегда имеют преимущество над истребителями, потому что у них есть вид от третьего лица. Пилот вражеского истребителя в маневре может спокойно вас потерять из виду, а вот вы полностью контролируете ситуацию. В плане управления B6N1 великолепен. Он легко выходит из пикирования и перекручивает практически все самолеты в сетапе. Поистине опасными тут можно считать лишь Харикейн и Баффало. Ну, у F2 своеобразный прицел, который не дает пилоту быстро сбить противника, а Харикейн использует лишь ограниченное количество пилотов, да и в основном применяет только для штурмовки. Поэтому японский торпедоносец тут просто доминирует. Жалко, что у него нет ни одного курсового пулемета. Это был бы идеальный самолет для совместных СБ. А так нам приходится просто кружиться вокруг противника, пытаясь его расстрелять с помощью стрелков. Порой некоторые не выдерживают и просто разбиваются об землю. Мне таким образом удалось сбить парочку истребителей. Что насчет тактики по уничтожению танков, то она такая же, как и в РБ. Только теперь нашим основным противником становятся зенитки. Их много, и большая часть из них представляет опасность, особенно те, что вооружены браунингами. Также нам могут представлять угрозу шерманы, М10 и М8 за счет зенитного пулемета. B6N2, как и другие японские самолеты, очень хорошо горят.
Но тушатся обычно они только после потери управления, когда самолет уже не может приземлиться. Так что будьте внимательны и не летите прямо на танке. Все же динамика нам позволяет первым совершить удар, поэтому лучше всего либо облететь карту, либо заходить под большим углом, чтобы танковый пулемет не мог вас достать. Главное, не сильно тяните ручку на себя. При потере скорости можно поймать срыв потока и просто перевернуть самолет, а затем уйти в штопор. Несмотря на дикую маневренность, управление остается все же капризным, но все придет с опытом. По итогу, я могу сказать, что B6N2 стал одним из моих любимых штурмовиков. При правильной игре он приносит огромную пользу своей команде. Причем, этот самолет расположился сразу в двух сетапах, и в обоих он чувствует себя комфортно. Получается, что в воздухе мы фактически непобедимы и можем всегда увернуться от захода, а 6 бомб приносит много фрагов. В отличие от КИ-109, в B6N2 не так легко попасть, что делает его еще опаснее. Поэтому, кто хорошо летает в СБ, рекомендую этот самолет. Исторически, B6N должен был стать заменой B5N, но из-за того, что производство постоянно задерживалось, эксплуатацию его ввели только во второй половине 1943 года, а не в 1941, как планировалось. Причины такой задержки были разные. Одна из них — это прекращение производства двигателей Mamori. Вместо них на B6N поставили Mitsubishi Kasei. Несмотря на то, что двигатели были похожи, носовую часть самолета пришлось все равно переделывать. И все по причине восстановления центра тяжести, потому что предыдущий двигатель был на 100 кг тяжелее. Палубный штурмовик флота назывался B6N2. В данном случае модель 12. Его производство началось в июне 1943. Были также еще попытки сделать сухопутную версию, которая бы отличалась другим двигателем и немного измененным капотом, но в серию она не пошла из-за наличия другого бомбардировщика B7A. B6N2 попал на флот в тот момент, когда Япония уже уверенно теряла превосходство в воздухе, поэтому многие атаки были губительны для экипажей, мало кто возвращался обратно на авианосцы. Самолет принимал участие в битвах на Тайване, Филиппинах, Ивазиме и Окинаве, а также использовался в качестве самолета «Камикадзе». После войны B6N2, как и многие другие самолеты, попал в США, где проходил оценочные испытания. Затем его переместили в Вашингтон в музей авиации и космонавтики. Вот такая история. Не забываем оценивать видео и подписываться на канал, а также заглядывайте в описании. Там много обучающих видео. И есть 3% скидка на покупку голды и примтехники. Ну а я вас благодарю за просмотр, желаю вам легких фрагов и чистого неба над головой.